ты детектив? Я Томми. Нет, все наоборот. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что детектив Норман. Что вам принести? А, все. Все, все, все. Все, все, все. Все. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Все. Итак, по телефону ты сказал, что есть Женя, есть Коби. Все так. Учти, если тебе надо помацать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Мне не нужна твоя копа. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Рассказывай. Может быть, деньги? Да. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Рассказывай. Или будешь тянуть время? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый. Ты паршивый. Ты паршивый. Дрочишь ночами. И так часто озираешься, что скоро обоснешься. Это дело явно не из простых. Если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, ты останешься. Эх, знал бы, куда все это приведет. Я работал ночами, так больше платили. И вот я повстречал Порну и Эмма. It's time to kick gum and chew ass. Куда? Давай, экзорси! Такси, в такси! Босс же разведен, да? Держись крепче и молись, да? Да? Сильно мечтаешься? Никогда такого не делал. Да? Останови возле бара. Амбар, все добро почти даром. Жди здесь. Зачем? Ты что, дурак? За твои услуги. Славно отыгрался. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа в долг. Только попроси в долг. Дон друзей забывает. А долг не забывает. Ясно, спасибо. Если спросят, откуда деньги, пытал бабульку на дороге. Все понял? Конечно. А насчет царапин на тачке, выиграл в покер. Конечно. Когда я вскрыл конверт, меня чуть не вскрыл конверт. Платят хорошо, но связываться с налом лучше бедный и мертвый, чем богатый и живой. Даже удивительно, как я был далек от этого.